Полицейские Майкопа завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республиканского центра, взявшейся за нож не в кулинарных целях. Какие мотивы побудили многодетную мать ударить ножом незнакомого мужчину, выяснял Вадим Агарков. С сообщением о госпитализации 40-летнего майкопчанина в декабре 2015 года в органы внутренних дел обратились работники Адыгейской республиканской больницы. В результате проведения неотложных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что данное преступление могла совершить 42-летняя местная жительница. В тот момент, когда она выходила из квартиры, она заметила, что у нее в руке находится нож. Уже находясь на улице, произошел конфликт, и в ходе конфликта она соприкасалась с потерпевшим несколько раз. И по ее словам, в момент соприкосновения данным ножом случайно было нанесено ножевое ранение потерпевшему. Примечательно, что после совершения преступления подозреваемая, как ни в чем не бывало, вернулась в свою квартиру и продолжила заниматься домашними делами. Следует отметить, что с самого начала женщина пыталась пустить следствие по ложному следу. Она вводила полицейское заблуждение, однако по результатам ряда проведенных в рамках уголовного дела экспертиз, опроса очевидцев и проведения следственного эксперимента, ее причастность к преступлению полностью подтверждалась. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Майкопской городе.